требуем отправить в отставку, дискредитировавшись себя перед жителями региона и не справившись с работой бездарное правительство Тульской области под руководством единоросса Шевина. Формировать правительство народного доверия. Просим губернатора Тульской области назначить место единоросса Шевина председателем правительства Тульской области депутата-коммуниста Алексея Викитова. Чтобы он сформировал новое правительство региона, правительство народного доверия, которое защитит жителей Тульской области от народной мусорной реформы.